Да. Да. Пожалуйста. Благодарю вас. Мужчина, мы закрываемся. А, уже? Уже. Взгляните на время. 9 часов. Неужели? О, как время незаметно пролетело. А я обожаю ваш музей. Доброе дело для людей делаете. Смотрю на него, и дрожь продирает. Пострадали, что ли? А кто у нас не пострадал? Идите домой. Я тоже люди, меня дома ждут. Извините, у вас запасной выход есть? Ну, пойдемте. Да. Проворный старик. Что вам надо? Не волнуйся, дядя. Успокойся. Ничего с тобой не случится. Поедешь с нами. Перетрем и отпустим. Пойдем. Не подходи! Сука! Саня, мочи эту сволочь! Ну все, падла. Заработал ты себе на жопу приключение. А ну брось его! Убьешь! Иди сюда! Нифига себе, припугнули. Он сам напросился. Валим отсюда. Слушаю. Евгений Михайлович. А, Ирочка. Ну, какой приятный сюрприз. Ирочка, забываешь старика? А я вот тут 3-го дня... Евгений Михайлович. Папу убили. Что-что? Завтра похороны. Вы сможете приехать? Ты сказала, убили? Ирочка, подожди, когда? Вчера ночью. Какие-то подонки напали на него во дворе. И забили до смерти ногами. Говорят, из хулиганских побуждений. Смотри-ка, сам Мещерский приехал. Что? Да вон старик здоровенный.
Он с ним всю войну вместе. Говорят, Гольдберг его из боя на себе вынес. Такого слона? Здравствуйте. Гольдберг? Быть не может. А кто он такой? Мент. Генерал в отставке. Ни хрена себе. Живут генералы в отставке. Не ругайся на кладбище. Он то ли в отставке, то ли консультантом числится. Неужели не знаешь? Мещерский? Нет. Его все дедом зовут. Ирочка, я пойду. До свидания. Стремите наши самолеты. Дядя Жор, спасибо, что приехали. Ира. Ты от горя совсем умом поехала, что ли? Ты хоть понимаешь, за что ты меня благодаришь? Простите, я... Ну, не надо. Витька-то где? Вон идет. Даже на похороны отца вовремя приехать не может. Здравствуйте. Здравствуйте. Сто лет вас не видел, дядь Жор. Ну вот и свиделись. Ты-то как? Я? Да. А что я? Я в норме. Я вижу твою норму. Дядь Жор, давайте без рук. Мы на кладбище. Вот и скажи спасибо, что на кладбище сопляк. Всю душу отцу измотал дурью своей. Скотина. Дядь Жор, не надо. И попомни мое слово. Если не завяжешь, меньше, чем через год мы тебя здесь хоронить будем. Сегодня звонил следователь. Они закрывают дело. Ни улик, ни свидетелей. Как это? Висяк, да. Ну-ну-ну. Ладно, ладно. Дядь Жора, я вас очень прошу. Я знаю, вы можете. Найдите человека. Только самого хорошего я заплачу. Ира. Молчите. Я не успокоюсь, пока их не найдут. Кто должен этим заниматься? Виктор? Я вас очень прошу. Мне до отъезда в Израиль осталось всего ничего, но я никуда не поеду, пока все не разъяснится. Хорошо. Есть у меня такой человек. Несколько лет тому назад я его взял... И пока не разочаровался. Сидеть, сидеть. Место-то дурацкое просматривается. Давай перейдем. Я знаю, у тебя возникли претензии по бизнес-центру. Это моя земля, Кустин. Ты на моей земле стройку зайдешь. Так не бесплатно ведь. Мы же тогда конкретно оговорили, сколько ты будешь получать за землю. Так ведь? Что за дела? Подстава, что ли? Ты за это ответишь, ты! Ты понял меня? Спокойно, все, спокойно. Все. Да ладно, ты кого наезжаешь? Дай сюда. На. Наказать. Ребят. Вас. Фу! Фу! Уберите собаку! Сейчас, подожди! Чья собака? Держи ее! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Рядом! Рядом! Ты чего, козел, собаку спускаешь? В следующий раз пристрелю. Пошли. Рядом. Да, да, да. Спасибо вашему песику. Просто спас. Ой, не, ну вы видели? Ну, нарожали ублюдков. И не говорите. Просто это счастливое стечение обстоятельств, что вы, так сказать, с другом человека оказались рядом. Тебя как звать-то? Ну, спаситель. Собака не умеет разговаривать. А жаль, да? Как звать? Саша. Да вы что? Ну что, спасибо тебе, тезка. Очень приятно. Представляете, меня тоже Александром зовут. Два Саши.
Не загадать ли мне желание? Загадайте. Иди погуляй. Я желаю знать, какого черта вы тут делаете. В каком смысле? Коллега, у меня нет времени на порожняк. Я не знаю, кто вас нанял, но эти двое были мои клиенты. Вы киллер, что ли? Не надо включать дурака. Я пас у Кустова больше месяца, жду этой встречи как манны небесной. И тут вдруг является какой-то хрен с фотоаппаратом бабушки. И все летит к черту. Ты бы еще с телескопом слежку вел. Где тебя так работать учили, дебил? Меня, дебила, учили работать на факультете журналистики. Журналистики? Папарацци, что ли? Не понял, так ты не частник? Александр Адашев Гурский. Журналист. Извините, отдать не могу. Последнее. Вы знаете, очень хорошо расходится. Так мне работу испортил какой-то... Кто тебя сюда звал? Пишешь себе и пиши. Ты знаешь, что я за тебя потерял? Кустов со Шпарином теперь вообще неизвестно, когда и где встретятся. Я предупреждаю, у меня первый дан по айкидо. Да, видел я, как ты тут мастерство лежачего боя демонстрировал. Дурак. Я не мог раскрыться, я фотоаппарат берег. Какой еще фотоаппарат? Подержите, пожалуйста. Вот этот. Не понял, у тебя что, две камеры? А у вас одна? Фи, так давно уже никто не работает. Пленку. С какой стати? Ты мне работу запорол. Вот пленкой компенсируешь. Сейчас. Пленку. Любезный, простите, я запамятовал, как вас звать величать? Петр. Вот что, Петр, как бы вам помягче, так сказать, чтобы, ну, опять же, не при вашей собачке будет сказано. Милый Петр, не пойти ли вам нафиг? Алло, дед? Да, буду сейчас. Ага. А во мне два куска свинца. Вот ведь задача. А мне 16 лет. Я лежу, кровище хлещет. Думаю, вот сейчас ты и узнаешь, как помирают. Ну-ну. Смотрю на небо. А там звезды с кулак величиной. И такие яркие. Ты можешь себе, Петька, представить, я заплакал. И вдруг слышу, ползет кто-то. А это, оказывается, Аркашка. И вот я еду на нем верхом. Смотрю на звезды. Они такие красивые. А потом они стали раздваиваться. А что потом? Потом... Ну, после войны встретила его в комиссионке. А кто это у тебя в машине? Да гад один. А зачем ты разных гадов на прогулку возишь? Да вещица у него одна, для меня важная. Я уже было изъял ее, вот вы позвонили. Не бросать же его. А не сбежит? Обижаете. Разве что вместе с рулем. Кого учу? Петенька, у меня к тебе просьба. Съезди к этой девочке, поговори с ней поласковее. Она только с виду железо, а так, дитя дитем. К тому же и страны нашей уже лет 100 не видела. Откуда она? Гольдберг Ирина Аркадьевна, гражданка Израиля. Приехала к нам в страну повидаться с отцом. Вот и повидалась. Кошмар. Она у нее единственная дочь? Да нет, брат еще есть, Витька. Чем он занимается? Бизнесмен хренов. Горит по всем фронтам, дурью балуется. Но фасон держит. Петя, я прошу тебя, постарайся. Я постараюсь.
Слушай меня внимательно. Нам с тобой пора расстаться. Слезы наворачиваются, правда? Пока нет, но могу обеспечить. Мы сейчас едем в парк. Ты показываешь мне место, где заныкана твоя пленка. И мы расходимся в разные стороны. Поверь, это единственный безболезненный вариант расставания со мной. Откровенность за откровенность. Поймите, Петр, не то чтобы я уж прям так дорожил вашим обществом, но подобным образом нам с вами расстаться никак не получится. Не отдам я вам ничего, потому что это мое, ясно? Можешь весь парк перерыть бульдозерами, все равно нифига не найдешь. Но есть встречное предложение. Тебе нужна пленка, мне нужен материал. Если я отдаю тебе пленку, мне взамен нужен какой-то другой материал. Ты берешь меня на встречу с наследниками Гольдберга, я отдаю тебе пленку. Окей? А откуда ты? По радио передали. Похороны состоялись вчера. Я позвонил кое-куда, поинтересовался, не присутствовал ли на похоронах Мещерский Георгий Георгиевич, более известный как Дед. А мне сказали, был. А я, прикинь, Петька, как раз нахожусь напротив его конторы. А с чего ты взял, что это его? Эй, пацан, ну-ка иди сюда. Ну-ка скажи, чьи это хоромы? Чё орёшь? Это Деда. Услышит и голову тебе отвинтит. Вот так. Ничего. Только я так не работаю. А. И потом это личное дело. Не надо лишних слов. Петр, вы бередите мое воспитание. Конечно же личное. Не смей вмешиваться. Конечно же. Поэтому отпустите меня домой, а сами езжайте в парк и начинайте копать. Начинайте копать, а вось к весне вам повезет. Добрый день. Моя фамилия Волков. Я от Деда. Здравствуйте. Добрый день. Моя фамилия Адашев-Гурский. Я от министра печати. Свободная пресса! Проходите. Проходи, чтоб больше ни звука. Понимаете, мой отец в последнее время ощущал какую-то опасность. Он антиквар, оценщик, всю жизнь по комиссионкам. Но брать у него нечего. После смерти матери он все распродал. Потом Виктору помогал. Это брат мой. Ирина Аркадьевна, скажите, а что-нибудь пропало из вещей вашего отца, которые он носил при себе? Меня уже спрашивали об этом ваши коллеги. Нет, ничего не пропало. А можно на них взглянуть? Пожалуйста. Табак, портмоне, трубка. Позвольте. Трубка, похоже, эксклюзивная. Он их всю жизнь собирал. Ирина Аркадьевна, как вы думаете, что могло стать причиной происшедшего? Ну, я не знаю, как это объяснить. Мой отец в последнее время был какой-то настороженный. До пенсии он работал директором комиссионки, потом стал экспертом. А у него друзья были? Я знаю только Евгения Михайловича. Пожалуй, кроме него и не было никого. Ирина Аркадьевна, скажите, пожалуйста, вы уверены, что ваш батюшка держал в зубах именно эту трубку? А какую же еще? Дело в том, что трубку, которую я держу в руках, закурить невозможно. Да что ты несешь? Сам посмотри. У него мундштук не просверлен. И что это означает? Ну, либо... Большое спасибо, Ирина Аркадьевна. Нам сейчас как раз нужно навестить вашего брата. Напишите адресок, пожалуйста. И вот что. Вот вам моя визитка. Если вдруг что вспомните, звоните в любое время, хорошо? Ирина Аркадьевна, вот вам моя визитка. К сожалению, отдать не могу, потому что она последняя. Очень хорошо расходится. Но если вы что-то вспомните, то, пожалуйста, звоните мне по телефону. 164-55-40. Нет, слушай, с трубкой что-то не то. И, возможно, эта зацепка выведет нас к мотиву убийства. Чепуха. Слушай, а тебя за что из ментов поперли? Меня не поперли, я сам ушел. А твое какое дело? Ну, я просто поддерживаю разговор. Пытаюсь, так сказать, наладить контакт с напарником. Ты мне не напарник. Mm. Все. Едем к ее брату.
Виктор Аркадьевич, а чем, если не секрет, промышляете? Что значит промышляю? Я предприниматель. Простите, это я так. Ментовское воспитание. И что же предпринимаете? Табак. Оптовые поставки от лучших мировых производителей. Сигары, сигарилы. Эксклюзивные сорта. Ну да, марихуана, кокаин. Что? Да шучу я. Виктор Аркадьевич, ей-богу, вы такой нервный. Плохие у вас шутки. Сам мучаюсь. Ну и как бизнес? Процветаете? Не жалуюсь. Ирина Аркадьевна говорила, что вашему отцу угрожали. Что он в последнее время был какой-то встревоженный. Да какого черта? Она говорила. У нее и спрашивайте. Человека только что засыпали землей, а они вон отсюда. Гнилой парень. И про бизнес все врет. Дед говорит, трещит его бизнес. И нервный какой-то. Тебе что, жить надоело? Братан, заплатить надо. Ну давай, только быстро, я тороплюсь. Че, давай? Бабки. Ты же говоришь, заплатить надо. Давай платить, 10 баксов. Мне это начинает нравиться. Ты что, не догоняешь? Сказано, плати. Ты машину оставил? Я ее охранял. Стоянка платная. У меня там в бардачке 7 штук зелени лежало. Отвечаешь? Ты че, в натуре? Стоянка платная. Простите, на каком основании она у вас платная? Мрамой, тебе че, основание? Держу, давай! Мужчина! Сваливаем! Нехорошо так вдруг уходить от полемики по поводу имущественных прав граждан. Значит так, что мы имеем? Мы ничего не имеем. А я имею головную боль. И это ты. Петр Андреевич, по-моему, я приношу вам исключительно пользу. Вообще, если бы не я, гнил бы ты сейчас в остроге за неоплаченную парковку. Заткнись. Пойду-ка я домой. Куда? Так что до завтра. До завтра. Только паспорт оставь. С какой стати? Так, на всякий случай. Вдруг ты передумаешь. И бай-бай, пленочка. Ничего я тебе не дам. Знаешь-ка, Саша, катись-ка ты на все 4 стороны. А пленкой своей подавись. Обойдусь. В конце концов, всех денег не заработаешь. А Гольбергов я дожму. Обязательно. Из газет узнаешь. Всего хорошего. До завтра. Как знаешь. Может быть, видели тут где-нибудь? Нет, нет. Иришка, Иришка, не надо, не надо. Не плачь. Аркадий этого не любил. Он бы не одобрил этого. Да, не одобрил. Эти ребята, которых тебе прислали, хоть ничего? Толковые? Странные. Один бывший мент, другой журналист вроде. Да бесполезно все это. Ничего они не найдут. И никого. Почему ты так говоришь? Их послал такой человек. Нет, эти найдут.
Да бросьте, Евгений Михайлович, что менты, что эти, все едино. Одни и те же вопросы. Кто угрожал, кому это было нужно, курил ли именно эту трубку. Что это значит? Ну, они осмотрели папину трубку и сказали, что она не настоящая. Как будто это что-то меняет. Ну-ка, дай посмотреть. Ага. Точно, не трубка. Это муляж. Такие актерам в театре дают. Но зачем-то папа носил ее с собой. Вот именно. Зачем? Кто? О! Ха. Оба, а я думал, нафига тебе мой паспорт? А ты, кажется, просто хотел ко мне в гости зайти. Не волнуйся, я бы тебя и без паспорта нашел. Думаешь, такой идиотской фамилии в городе еще человек 200? Но-но-но. Фамилия не лапа, она, между прочим, дворянская. А ты чего бодрый такой? Новость есть. У тебя еда есть? Сейчас посмотрю. Так, йогурт будешь? Я сказал, еда. А йогурт не еда. Он с мясом? Значит, не еда. Слушай меня внимательно. Внимаю. Вчера я долго ходил и очень устал. Как водится, никто ничего не видел, не слышал, не знает. И тут смотрю, через двор бабу голую тащат. Иди ты. Ну, ты, конечно же, вмешался. Заткнись. И отбил. Как выяснилось потом, баба была не настоящая. Петь, ну ты не переживай. Ты знаешь, я тебе признаюсь, у меня всю жизнь тоже не настоящий. Слушай, ты можешь помолчать, а? Восковая она была. И тащили ее в музей восковых фигур, который неподалеку. Я зашел туда и выяснил, что примерно за полчаса до своей кончины господин Гольберг там был. Неужели хотел спрятаться среди воска? Особенно господина Гольберга привлекла статуя товарища Сталина. В руках Сталин держал... Половину разрубленной головы Троцкого, да? Трубку. Трубку? Как выяснилось потом, трубка была не настоящая. Они вообще там стараются использовать одни муляжи. Почему? Воруют. У Екатерины Великой украли серьги, у Суворова пуговицы с орлами. А позволь спросить, как обстоят дела с товарищем Сталиным? А вот это... Я узнаю, когда кое-кто вернется из Хабаровска. Ага. Что? Почему Хабаровск? При чем здесь эта глухомань? Потому что выставка уехала в Хабаровск. Хабаровск? Нифига себе! Ну и когда ты туда отправляешься? Я никогда. А вот ты через 3 часа. Ты что, обалдел? Не, я не камикадзе, чтобы через всю страну куда-то лететь. Вот это твои командировочные. Какой Хабаровск? Петя, ты что, с ума сошел? Какой Хабаровск? Слышишь, не забудь, мы с тобой не напарники. Я вообще не летаю. Я не летаю. Меня тошнит еще. На трапе. Скажи, как ты раньше без меня работал? Ладно, смотри. У этого дела появляется 2 направления. Первое – поиск трубки. Второе – установление личности и розыск убийц. Я тебе объясняю. Если бы на поезде другое дело, но самолет и я, мы вместе не взлетим. Кто-то из нас крякнет. Петя. Я боюсь высоты. И летать могу, только очень пьяным. Я тебе водку куплю. Да сам пей водку свою, не хочу. Все, не может быть никакого разговора, не проси меня больше. Мне вон, мне надо материал в газету сдавать в конце недели, а я еще даже не начинал. Не может быть и разговора, все. Паспорт не получишь. Петя, шел бы ты знаешь куда? С паспортом вместе. Ты мне на эти ментовские штучки ни меня не возьмешь. Лети в свой Хабаровск сам и все делай сам. На меня не рассчитывай! Все! Может, обойдешься, а? Ты уже плывешь. Спокойно, хрящ. Ты бубен-то не напрягай. Нахватался, дворянин. Я говорю, не стоит беспокоиться. Тоже мне. У меня еще есть. Дай сюда. Нет. Давай, 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 давай. Слушай, ну... Вообще, что у тебя там заныкано-то? Ничего нет. Ну, давай, давай, доставай. Руки на стол.
Я русский не понимаю. Это что тут? Фонарик. Нет, пусть. Кошмар. Ну зачем тебе все это? Самолет с этим не пустят. Исключительно в целях самообороны в особо крупных размерах. Ты с кем воевать-то собрался? Петька, ты такой дурак. Мы с тобой до музея доперли, а у остальных что, вместо мозгов вата? Петя, присядь. Слушай, а вдруг в Хабаровске уже какие-то недобрые дядьки ищут трубку, а? А тут я прилетаю, нарисовываюсь такой красивый и отважный. Петька, дай мне ствол. Дай ствол мне, я же знаю, у тебя есть недосвеченный. Обойдешься. На, возьми, ключи служебные. Они от самолета, и от поезда. Мало ли что. Спасибо. Спасибо тебе, добрый человек, и на этом. Внимание! Заканчивается посадка на рейс С-200. Ладно, все, пошли, опоздаем. Дай сюда. Надо закрыть. Пошли, пошли, пошли. Евгений Михайлович с вашим отцом давно знакомы? Были знакомы. Сколько я себя помню. Евгений Михайлович нам с Витькой как второй отец был. Понимаете, это папин единственный друг. Скажите, а коллекционировать они одновременно начали? Папа немного раньше. Но и это они делали вместе. Когда они начинали охоту за каким-нибудь раритетом, вы бы их видели. Кричат, спорят, что-то друг другу доказывают, как дети. Скажите, а у вашего отца и Евгения Михайловича были какие-то общие денежные интересы? Мне не нравится то, на что вы намекаете. Понимаю, но все-таки. Евгений Михайлович моему отцу ничего не должен. Скорее, мы ему должны. Да? И что же? По большому счету, жизнь. Я тебя в последний раз спрашиваю, где он? Я тебе последний раз отвечаю, не знаю! Сука! Люди видели, как он зашел в парадную. В парадной 27 квартир. Вы всех избейте. Меня-то почему? Какое совпадение. Вы же с ним подельники. И что же получается? Он зашел к тебе в парадную и не к тебе? Слушай, ты мне надоел. Хочешь убить? Убей. Ну что, я тебе его рожу, что ли? Ты его не только родишь, ты его высрешь. Леший, там на чердаке дверь нараспашку и проход на соседнюю крышу. Так. Все, уходим, уходим. Пошли, пошли. Женька! Женька, ты как? Да нормально. Женька, как ты? Да ладно, Аркаш, все нормально, нормально. Руки только немного затекли. Сейчас. Вот такая история. Понятно. Ой, а это вы? Это я на выпускном. Платье, видите? Как вы думаете, кто его шил? Ну, раз вы спрашиваете, значит, вы? Не угадали. Еще одна попытка. Сыщик. Значит, ваша мама. Папа. Он по первому образованию закройщик. Все детство нас с Витькой обшивал. У него были золотые руки.
Ирина, не плачьте. Хотя почему нет? Плачьте. Девушка? Да. Пардон, у меня очень важный вопрос к вам. Скажите, если мы упадем, мы крякнем от удара или от взрыва? Я вас уверяю, ничего подобного не произойдет. У нас очень опытный капитан, и вы можете полностью ему доверять. А наш экипаж... Не надо словами булькать, пожалуйста, я сам этим зарабатываю. Я спрашиваю тебя, как мужик, стюардессу, скажи, пожалуйста, если мы упадем, мы сначала взорвемся, а потом уже подохнем? Или наоборот? Не надо ничего бояться. Давайте я вам воды лучше налью. Воды? Да. А, кстати, о воде. Скажите, а если мы в воду упадем, мы сначала утонем, да? А потом уже как бы вода сюда наполнится и подохнем. Ну как не стыдно? Вы мужчина или кто? Держите себя в руках, прямо как маленький. Ир. А правда твой отец был под следствием? Мент в спальне мент. Ну не хочешь, можешь не рассказывать. А откуда ты знаешь? Да Арефьев как-то обмолвился. Его подозревали в спекуляции, но ничего не доказали, дело закрыли. Когда это было? В 56-м, кажется. А что? Да так. Тише ты. Не ждала? Ты чего заявился? А я некоторым образом у себя дома. Ты представляешь, думал, хоть к утру попрет. Нет, шиш. Даже на тачку нет. А твоя где? А. Ты готовенький. Я здесь до утра отлежусь. Нет. Не понял. Ты что, не одна, что ли? О! Шерлок Холмс. Ну, сестричка. Ну, тогда дай на тачку домой поеду. Тесновато здесь у вас. Да и пахнет чем-то. Виктор, прекрати, я сейчас принесу. Ну как, расследование? Продвигается? Ты, я смотрю, вплотную занялся. Погрузился, так сказать, в ситуацию целиком. Правильно.
А знаешь, что главное? А главное, взяться за дело с нужного конца. Вот ты и взялся. А чего набычился? Сказать что-нибудь хочешь? Что случилось? Не знаю. Стоял и вот, на тебе. Да все нормально. Решил уснуть, пока тебя не было. Что произошло? Все в порядке. На. Ну ладно, поеду я. Дерзай, браток. Может, я тоже поеду.